когда Бог раздавал землю народам, молдаванину земли не хватило. Все дело в том, что он пришел домой поздно вечером, после тяжелого трудового дня, когда вся земля была уже роздана. Молдаванин выглядел таким уставшим и измученным, что Бог пожалел его и выделил ему кусочек рая. Поэтому на самом деле можно Молдавию назвать райским уголком.